Ну вот уже темно. Запустил, короче, систему. Так-то она работает. Все. Но слишком толстый. 20-й диаметр трубы, а здесь 50-й. Надо трубу десятку попробовать. Вот смотрите, сейчас открываю, как работает. Ну, всасывающая. Видите? И пошла вода. Вот. Смотрите. Вот. Но этого давления не хватает, чтобы забрать у нас воду отсюда, с колодца. Получается, или надо бочку выше. Попробовать бочку поднять, я не знаю, там, на 2 метра. Вот. Тогда может будет работать. Или попробовать шланг. Хотя бы попробовать капельницу поставить. Типа, ну не капельницу, тоненький шланг. Я думаю, через него будет протягивать.